Книга Исход, глава 3. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на это великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда. Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопли его от приставников его, я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян, и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хеттеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобою. И вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есть сущий Иегова». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род. Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал: я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал: я выведу вас от угнетения египетского в землю хананеев, хеттеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому, и скажете ему: Господь Бог евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того он отпустит вас. И дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян.